Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. Мы будем заниматься нарезками овощей. Я не понимаю, что нас требует. Вообще, что нам? Нам вообще так фигарить каждый раз, что ли? Нам не дают даже никакого штрафа? Вообще, что надо делать? Ну и все. Так, все, мы нарезали, нужны нам фрукты. Ну, оказывается, вообще помидор там нету, который мы резали. Так, не вижу смысла, конечно, да не сейчас. Слэмс. Получили, так, нам... А, теперь нам нельзя... Ага, нам нельзя, короче, это. Если мы... О! Ага. Так, вот. Так, давай, давай. А может вот так вот? А, держать надо. Жёлтую мать. А я-то фигней занимаюсь. Думаю, что за фигня? Что за три удара каких-то? Давай-ка режем как бы вообще изи. Ну... Видно, что я прирожденный повар. А, режу как надо. Надо просто вовремя остановиться. Вау, давай, 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 давай. Уи, 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 давай, 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 давай. О, что? Финишим. А, вот здесь зато помидорки появились. Что поделать-то? Вначале их порезали, видно, столько фруктов порезать. Ну, конечно. Ух ты. Ух ты, это сколько денег. Это, вот это меч. Я, о, этот ножик, я понимаю, представляете, который золото будет резать кусками. Это... Он, конечно, будет дороже даже, чем само золото. Конечно, я понимаю, что это бонусный какой-то левел. Представляете, по реальности, вот просто слиток золота порезать кусками. А, ну, типа того, слил, получили деньги. Фу, и деньги-то вообще фигню получили. За фрукты и то больше, за овощи и то больше, блядь, денег получили, чем, блядь, за золото. Это очень странно. Давай, 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 давай. О! Давай, 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 фигер, 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 вот так, фигер, 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 давай, 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 вот, 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 давай, 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 вот это я понимаю, рубка резка, 12245, я, кстати, думаю, что все фрукты, которые еще порезал, хотя бы здесь-то есть, но мы не получили нужного нам повара. Пол, спрашивает Пол, какова твоя профессия, повар? Дижин сила. Вот так бы рубить вообще, ну, в реале. Самому, то есть умудриться. Все будет такая резкость. Сколько это надо там выкладываешь, прям кидаешь. Все, закидываешь, все, убил. Сделал. Опять мне не дали шеф-повара на визе. Это мы грибной суп что делаем? Из золота. Картошка. Моркошки нету. Грибной суп, я не знаю, моркошка должна быть. А вон моркошка. Вот моркошечка, моркошечка пошла. А лучок? Где лучок-то? Где лучок-то, ребят? Из лучка. Вот такими вот ковалками суп, например, делать. Это ужас вообще. Ужас как много. Так. Лучок и лучок. Ух ты. Теперь мы можем что делать? Нет, спасибо. О. О, клавиатуру.
Телефон. Нифига себе. Кстати, у меня вот эта клавиатура, похоже, была красная вот эта. GoPro. Чё мы только не разрезаем. А главное, мы Nokia, по-моему, разрезали. Вы представляете? Как можно Nokia? А, ну это бонусный левел. Остальное время, наверное... Ой, блин. Ножиком, кстати, прикольнее было, чем лопаткой вот фигарить. Как-то ножиком более реалистично было. Это лопаткой. Что там заточена была лопатка, чтобы вот так вот резала? С такой скоростью, знаешь? Ну, по сути, игрушка не дает какого-то, знаете... Ажиотажа. Ладно, ребят. И если вам понравилась данная игрушка, я оставлю ссылочку в описании. С вами был Шевилин. До новых встреч. Пока.